Приветствую вас, друзья. Перед началом того, как я расскажу, что это за сборочка и на что она делает ставка, я скажу пару слов по поводу вообще сборок, которые сейчас выкладываются на Ютубе и в англоязычном сегменте, и в русскоязычном. Все очень просто. На самом деле, я вот выложил сборку на Варлока. Мне сказали уже 5 дней назад, кто-то выкладывал эту сборку. Вчера у меня соклановец нашел на откат гранаты, да, через паука. Я уже знал, что неделю назад подобная сборка лежала именно на Ютубе, но он об этом не знал. Так что, по сути, пересекаются эти сборки, и, скорее всего, где-то что-то у кого-то похоже, но, может быть, у каждого есть свое уникальное. Ладно, давайте перейдем теперь к данной сборке. На что я делал ставку в данной сборке? На дробовик через траншейный ствол и мародер, чтобы не перезаряжаться, на быстрый откат ульты, а также на постоянный удар плечом. За удар плечом мне отвечает экзотика, неприступная черепокрепость. Обратите внимание, что она у нас как раз-таки не только, как вы убили, плечом откатывает эту способность, а также еще и восстанавливает здоровье. В идеале нам подойдет дробовик уровень угрозы, он играется через как раз траншейный и мародер, он выпадает в истребители прошлого, это сборка банши. Когда мы убиваем плечом, благодаря черепокрепости, и откатываем эту способность, если мы постреляли из дробовика, мародер нам перезарядит как раз этот дробовик, и нам не надо будет вообще перезаряжать. А также нанесение урона в ближнем бою активирует траншейный ствол на 50% на 5 секунд, либо на 3 выстрела. Соответственно, тут цена-качество. Также вам пригодятся электротрусы. Тут идет крупная дробь, дает дополнительную энергию суперспособности при убийстве из дробовика, на что и делается ставка. А также боксер дает дополнительную энергию суперспособности в ближнем бою. Так как я играю электротитаном через верхнюю ветку, мне идет две гранаты, я еще поставил себе улучшенная ударная волна. Попадание в ближнем бою значительно сокращает восстановление гранаты. Но это так, как бонус. Напоминаю, что эта ставка делается на электротитана через верхнюю ветку. Вот на этот удар сделается основная ставка, то есть на черепокрепость его и откатывает. Также у нас идет дополнительная граната, а когда мы наносим этим ударом по противнику, соответственно, у нас быстрее восстанавливается граната. Ну и напоследок стоит отметить, что у меня стоит 4 модуля на интеллект, соответственно, у меня интеллект 83, откат стандартный идет 4 минуты, также идет модификатор на модуль силы, но это пока в рамках теста. Не забывайте, что у меня стоит еще и локатор боеприпасов для дробовика на шлеме. По итогу вы чистите трэш, и у вас бесконечная перезарядка и бесконечный удар. Помимо этого у вас есть гранаты, которые быстро откатываются, благодаря которым вы убиваете более крупных противников. Ну и также у вас есть ульта также против крупных противников. То есть зачищать все живое идеально. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!